может ли быть оправданным убийство? Человека человеком нет. Никак. Убийство в себе каких-то неправильных намерений, только об этом говорится. Или правильное убиение животных, не причиняя им вреда. То есть есть такое правильное отношение, неохота. То есть это большое количество правил, каким образом можно использовать неживую растительную животную природу в той мере, в которой она необходима тебе для твоего насыщения. При этом ты исправляешь мир, если ты правильно ей пользуешься. Это первое. И второе, убийство человека человеком недопустимо ни в коей мере. И никогда такого вообще наказания по Торе, по Кабале не было никогда. Это все, что там описано, все эти там четыре вида разных. Там, никогда, это все в духовном виде. Способы, как убить там человека. Только в виде самозащиты, в правильном ведении боя. И бой тоже имеет огромные такие ограничения, накладываемые на обе стороны, согласно Кабале. Интересно.